Всем привет, ребятки! Вы, как всегда, на канале FrontBet. У меня для вас на 1 августа очень крутой, очень мощный матч. Я решил его заиграть, разобрать, поделиться с вами своим мнением. Это, конечно же, кубок, финал Кубка Англии, Арсенал-Челси. Прежде чем начнем, ребятки, всем посоветую забрать бонус свой до 10 400 рублей на первый депозит при регистрации по нашему промокоду, который выбит специально для вас, и забрать этот бонус и уже играть на бонусные деньги, а не на свои, не рисковать своими деньгами. Вот, как это сделать? Находите под видео ссылочку в описании под этим видео, на наш твиттер переходите, там будет ссылочка на MLBet и промокод, именно тот, который даст вам на первый ваш депозит до 10 400 рублей. Арсенал, Челси. Как же у нас обстоят вообще здесь дела у этих команд? Для меня так это вообще практически равные команды, что канониры, что Челси. Вот последняя их игра даже тому подтверждение. 2-2 мощно они зарубились, сыграли. Вот. Забивают и те, в принципе, практически постоянно полтора и более голов в этом матче присутствует. Но я здесь зайду, отдам свое предпочтение чисто Арсеналу. Чисто Арсеналу я отдам свое предпочтение, и у меня будет на него два мнения на этот матч. Очень коротко, очень все тут ясно. Ну, в принципе, три мнения, просто там на первое мнение небольшой коэффициентик, не дотягивает до 1-4. Можно будет в лайве чуть-чуть там 5 минуточек, 10 минуточек подождать, пока будет, не будет голов, и уже поставить на индивидуальный тотал Арсенала 0.5 больше. Сейчас по линии в данный момент на дистанции дают коэффициент, котировочка 1.38 на гол Арсенала. Также я здесь, если получится у нас такой результативный, красивый, красочный финал, лишь бы не было самого страшного, лишь бы не было 0-0, и потом они продолжили дополнительное время. Я же не ошибаюсь, это финал у нас, правильно? Если что не так, поправьте меня. Ну, насколько я понимаю, это финал Арсенал-Челси. Так вот, второе мое мнение, индивидуальный тотал Арсенала 1 больше, за коэффициент 1.87. Ну и так вообще, в принципе, не самое главное, ну то, что Арсенал не проиграет. С 1x наши партнеры, наши друзья предлагают коэффициент на то, что Арсенал не проиграет в основное время 1.77. Вот такое мое мнение на чемпионат Англии, на Кубок Англии. Напишите свое мнение в комментарии, я вам всем поставлю лайк. Также вы меня не забывайте поддерживать лайками. Кто любит лайв, телеграм-канал, добро пожаловать. Ссылочка в описании под этим видео. Оставайтесь с FrontBet.